зовут Виктория Симпокрыл, доктор Владимир. Я занимаюсь налогами и бухгалтерией маленьких бизнесов в Далласе уже 20 лет. Из-за вируса я перевела своих клиентов на полное дистанционное обслуживание. Сейчас телефон у меня является горячей линией между связью между мной и моими клиентами. И мы часто обсуждаем сегодняшнюю обстановку. И что я вижу? Что многие абсолютно спокойно относятся к коронавирусу, считая, что он ничем не отличается от гриппа. Пожалуйста, дайте нам всем четкий ответ. Коронавирус – это грипп или нет? Спасибо за ответ. Коронавирус – это не грипп. Коронавирус – это гораздо более опасный вирус. Отличие вируса коронавид-19 от обычной инфлюенции заключается в том, что организм реагирует на заражение этим вирусом по-разному. Развивается воспалительный, сильный воспалительный иммунологический ответ со стороны человеческого организма, который касается не только нижних дыхательных путей, но и общей воспалительной реакции, ведущей к сепсису и смерти. Коронавирус, к сожалению, обладает еще одним свойством. Люди, которые инфицированы, и люди, которые могут заражать других, в течение инкубационного периода, который может длиться до 2 недель, они опасны для окружающих, они заразны, но они об этом не знают, и поэтому они спокойно ходят между нами и распространяют этот вирус.